Открытие в Сербии. Здесь нашли кладбище древнейших животных – мамонтов. Специалисты утверждают, что их там как минимум 5, а может и больше. Эту находку сделали шахтеры. Кости мамонтов откопали на глубине более 20 метров. Сербские специалисты уже связались с палеонтологами из Франции и Германии, которые помогут организовать раскопки. По словам ученых, потребуется около полугода для проведения полноценных исследований. По имеющимся данным, особи относились к шерстистым мамонтам, вымершим на континенте около 12 тысяч лет назад.